Ну вот, народ, кто интересовался, привет всем, где находится светофор в Самаре. Показываю наглядно. Вот семейный магнит. Там остановка общественного транспорта. Там трамвай. Маршрут трамвай 18-й. Тройка. То есть те, которые от Авроры мимо Авроры идут. И вот так вот идете и попадаете в посудоцентр. И в посудоцентре, в здании посудоцентра, находится как раз тот самый светофор. Ярмарка текстиля. Живите текстильно. Гарантийный низких цен. Посудоцентр, кстати, есть интересные вещи. Но как-то. Как-то. Люди спасаются. Чак-чак. Возьмем светофор свои тележки. Здесь вот посудоцентр. Видно светофор. Что такое большое? Приятных покупок. Так, кстати, здесь минимальная цена покупки 500 рублей. Дегустация. Школе. Все. Ну, машинка для стрижки. Пошли. Фломастеры, тетради. Нам это не актуально. Вот порошок. Мне надо поменьше упаковку. Горшочки под жаркое. Кому надо. Набор стаканов. Просто кружечки. Под люминарки сделанные. Набор салатников султана. Красивая штука. Ой, красота. Короче. О, кастрюлька. 4 литра. Бом-бом. Одноразовая скатерть с рисунком винтаж. Кружка сито. Для муки. Фен за 200. Утюг за 594. Тебе нужен утюг? Ничего тебе не надо. Термопод за 1000. Так, а с этой стороны памперсы. Всякие маски. Черное мыло, пожалуйста. 45 рублей скраб для тела. Красота. Ну так тут очень неплохо все освещено. И сковорода. Акция светофор мастерица. Пароварка за 1500. Нормально. Так. Собачий корм. Шмотки. Разные. Например, вот туфли из натуральной кожи, молодецкие. 206 рублей. Мальчики, девочки. Моп, швабра. Веники. И перчатки. Туалетная бумага. Четыре рулона 25 рублей. Эконом вариант. Пикник. Так, яйца почем? Видите, яйца сразу упаковку брать надо. Это для автолюбителей. Посол, полотенце. Мод. Ну все, бюджетненько, экономненько. Детские игрушки. Почем яйца? Я так и не обнаружила цену. Принято на яйца. Сладкий. А, вот цена на яйца.
99 рублей, 100 рублей. Вам нужны яйца? Нужны? Это фабрика гайская. И смотрим, кутасу, карась, кальмар. Крыло, бедро, цыпленка, фарш. Кутасу, я хотела минтай. Минтай. А нету. Шашлык куриный. Нет, есть минтай. Давайте посмотрим на него. На что он похож. 109 рублей. Килограмм. Есть еще камбала. Камбалу по 131. Не хочешь камбалу? Нет. А минтай? Чему? Ну рыбка же, понравилась же тебе. Ну это завтра только. Так. Кальмары. И проще ары. Идем в холодное помещение. Черная смородина 102 рубля. Так, тут айран фан. Молочка. Ой, какой. Плавленый, копченый. Сыр. Косичка. Дай посмотрю, дочь. На 175 по 302 рубля. На. Зайчик. На. Так, что тут? Салями, колбасы, сосиски. Ну. А, мне надо с собой. Ну, колбасу охотничку лучше с собой. Колбасы. Ассорти. Сырокопченых колбас. Сардельки. Я вам цену просто показываю, народ. Ценнички. Чтобы знали, что есть особый из говядины. Халяль. Наверное. Кавказская особая. Так, дальше. Колбаса ветчинная. Килограмм 273 рубля. Так как завтра у меня лицо не ходит на соревнования, приходится брать фастфудные вещи. Спаржа. Доча. Твои любимые. Капуста. Молоко есть. Молоко. Видите, по 35. Мясо 209 рублей. Но я такое боюсь брать по той простой причине, что я не знаю, что именно там. Ой, как хорошо и тепло. Мажитель. А-ля мажитель. Хочешь? Бери. Так, ну и пошли. Вареники с луком. 46 рублей. Блинчики. Котлеты фермерские, если только пожарить пельмени. Давай посмотрим. Сибирский бренд из говядины. Ой-ой. Ну, вот кто говорил о том, что здесь качество отличное? Я не знаю. Посмотрите. Часть из них желтая, часть из них зеленая. Вот. Халяль? Это что? Халяль. Нормально. По-татарски. Это зимбрю татары.
Давайте считать состав. Говядина, халяль, лук, соль, перец, чеснок молотый, тесто. Ну, вроде бы нормально по составу, ничего нет такого страшного. Мы сегодня протащили у врача, в результате остались без ужина. Так, овощи, кстати, вот нарезанная фасоль, дешевле всех. Грибы. И фасоль вот такая вот. Мексиканская смесь. Кстати, неплохая, но очень много моркови, на мой взгляд. Просто тут дикое количество моркови. Яблоки. Яблоки по 85. Сухофрукты. Но я как попала компотную смесь, мне совсем не понравилась вот такую компотную смесь. Я ее промывала очень долго. Мороженое и тесто слоеное, недорогое. Мороженое ванильное. Килограмм, 1000 грамм. 84 рубля. Вафельный стаканчик 6,50. Представляешь, 6,50 рублей. Бери за 6,50 вафельный стаканчик. Там будет вкусное пальмовое масло. Так, сушки. Целый килограмм. 3 рубля. Печенье 43. Крекеры. Подушки. С начинкой сгущенное молоко. Далее. Вафли шоколадные Яшкинка. Яшкинские. 36, а так они 48. Печенье. Вафли сказал не брать. Дочь, поищи пряники. Пряников не видела? Готовый завтрак несколько, что 34. Пряники. Хлебцы жены немецкие. Овсяные, деревянные, да? Думаешь, деревянные? Лапша за 5,50. Вот, сгущенка и так далее. Заменитель сухих сливок. Так, печеньки. Ага, пряники. А в упаковке нет. Тут килограмм сразу с начинкой. Сразу килограмм взять? Попросил не килограмм ему, а меньше. В одной группе упаковки. А их и нету. Скажем, что нету. И пошли конфеты. Царь-девица. На тебе хочу жениться. Конфеты ярче. Арахис. Вот они. 141. Вот пошел. Да. Паркур. Маневр. Ну, я думаю, что понравится. Сладкий очень. Чай Лондон Прайд. Восточный полдень. 200 пакетиков. Ой, сладкий очень. О! Народ, что из СССР, лимончики. Прикиньте. Прикиньте, что? Шучу я, ребят. Две курабии вафельные. А это... Ночная романтика. А каракума сегодня нет. Якобы каракума. Паста 14 рублей. Спагетти. Вот такие жуткие ракушечки. Из какой же это муки-то, боже мой. Щербет и халва. Мука, кстати, 32 рубля. Это недорого. До 2 килограммов.
лапша домашняя тоже. Смотрите, тонкая какая паутиночка. Масло 52, оливковое 241, но чье оно, это надо смотреть. И так написано, что масло оливковое, и все. Кто если брал, скажите, нормально или нет. Так. О-о-о. Не вижу. Мука 10 килограмм, 165 рублей. Блям-блям. Так, и консервацию покажем вам. Огурцы 31, помидор 44. Незрелые. Ну, вот тут то же самое. Ковш. Ковшики. За 14 рублей. Поливать что-нибудь. Нам надо что-нибудь поливать. Свинина. Мясо по-купечески. Состав тут очень забавный. Свинина, фарш куриный. Комплексная добавка BioPro. Стабилизатор, животный белок, экстракт морских водорослей, ароматизатор, нитратная соль. Нитритная соль, боже ж ты мой. Вот так вот. И тушняк. Говядинка. Высший сорт. Якобы 325 грамм. Бесценная пока. Ну, на дачу, наверное, кому-нибудь пойдет. Говядина, жир, лук, соль, лавровый лист, перец черный. Боже ж ты мой. А, 72 рубля. Нашла ценник. Тушенка кусковая, говяжья. Это для бусинки? Ветчина. К завтраку. А к ужину почему нет? Шпроты. Паштет шпротный даже. Килька. Сельдь 27 рублей. Шпроты в масле под ключ. Сесть на шпротную диету, если только. Скумбрия. Сардинелла. Шпроты в масле. А это кто? А, килька. Какая вкуснятина. Так, шпроты. На шпротную диету садимся. Оливки. И что там еще? Хреновина. Вот, пожалуйста. Кто у меня просил хреновину? Марк Петрон. Смотри. Хреновина Будзиковская. Все. Что нам мучиться? Все уже готово. Может, возьмем хреновины? Нет. А болоньез? А болоньез? А томатный соус, перец в томатном соусе. Ой, нет. Горчица. 24 рубля, кстати. Большая банка горчицы 24 рубля. Тебе нельзя. Че? Ты с ума сойдешь с ней. Горчица? Да. А салат делать? Тист, высокая банка. Помидоры твои. Не соблазняй меня. Помидорчики. Помидорчики. Паста томатная. Так, тут у нас что? Шланг садовый. Грунтовка. То есть еще и подремонтировать можно. От мух. Липкая смерть. Представляешь? Водка. Боже ж ты мой. Чернослив в коньяке. Водка 211. Матушка. Русь-матушка. 74 рубля, пожалуйста. Напитки. Острый чили. Чили соус. Подожди, я что-то не взяла. Еще Михалыч, он что-то просил. Каких-нибудь крекеров.
Ничего не встречал нигде. Смотри, там есть крекеры какие-нибудь. Ну, берет он такие. Возьми французский тогда. Так. Горячий шоколад. Уже кто-то съел. Кофе гранулированный. Капучино. Ну, у леди Тур я-то видела, ничего-то мне не впечатлило. Кофе Табо. Черная карта. 243 рубля. Соки. Компот почему-то по 80. А нектар овощной. А, 1 литр в ассортименте. Но нет его. Гранатовый. Морковный нектар. Это можно самим все. Соки по 25 рублей. Да. Что ж там может быть по 25 рублей в соках? И синтуки. Четверка. Долго 17. Я его взяла. Да-да, продается только упаковка. По 6 штук. Так. Попкорн карамельный. Шоколад. И пошли приправы разные. Соль, кстати, дешевле, чем везде, за 8,50. Пакет для запекания с приправой. Стой, стой, сейчас я приду. Приправа для плова 200 грамм. Саратовская область, город Энгельс делает. Приправа для шашлыка. Букет перцев. И вот куча всего. Я бы взяла дрожжи. Да. Уксусные эссенции 21 рубль. Ну вот и все. Букет чуваши. Пиво. Не нашла крекер? Нашла. Вот так. Ну все. Так, учтите, что здесь есть такой магазин. Всем пока.